Из Байтерека, Министерство национальной экономики, сегодня была критика, и вчера критика от государства в адрес финансово-экономического блока, но, насколько нам известно, в Байтереке тоже очень много проблем, и особо вы там порядка не навели за то время, пока вы там находились. Скажите, пожалуйста, в национальной экономике, каким образом вы будете наводить порядок сейчас, и вот конкретно по НДС, будете ли вы сейчас перекраивать тот налоговый кодекс, который писал Куандыров, на то, чтобы все-таки повернуться в сторону бизнесмена? Сразу возьми, егер Байтерек қорына келетін болса, бұл жерде жақында мемлекет басшысына осы Байтерек қорының өткен жылдың нәтижелері туралы баяндаған болатын, естеріңізде болса. Мен сіздің жаңа айтқан ойыңызбен келісе алмаймын. Байтеректе қазір активтер өсті, таза пайдасы 409 миллиард теңгені құрады, сондықтан ол жерде жұмыс жүріп жатыр. Трансформациялау бойынша қордың жаңа негізгі тиімділігін көтеру бойынша жұмыстар жүйелі түрде атқарылып жатыр. Ал НДС бойынша келетін болсақ, насчет НДС, я сегодня был ждал поручение пересмотреть в целом подходы к новому налоговому кодексу, в том числе и по НДС. И в рамках этой работы мы сейчас совместно с бизнес-сообществом, совместно с экспертным сообществом будем пересматривать и, в смысле, писать этот кодекс. Можно сказать, подходы будут пересмотрены. Сколько Байтерек конкретно заработал при вашем руководстве? Без тех финансовых вложений со стороны бюджета? Байтерек, как я сказал, чистый доход его составил 409 миллиардов тенге. Если смотреть структуру дохода, то основной доход мы получаем от своей инвестиционной основной деятельности. Байтерек. Это, наверное, ответ на ваш вопрос. Спасибо. Динара Нургалиевна.